Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Жан-Морис Бомпар, французский художник-востоковед, один из основателей общества французских востоковедов. Данные я беру из переводной Википедии. Родился в Родезе, это небольшой город и коммуна на юге Франции, 11 февраля 1857 года. В 1865 году его семья переехала в Марсель, где он позже изучал живопись Доминика Антуана Маго. Затем он отправился в Париж, где был учеником востоковеда Гюстава Буланже и художника-историка Жюля Лефевра в Высшей национальной школе изящных искусств. Его первая выставка состоялась в 1878 году. 4 года спустя он получил грант, позволявший ему посетить Германию, Италию, Испанию и Тунис. Вскоре после возвращения в 1889 году женился на Амели Перетти, и они отправились на трехмесячное пребывание в Бискре, в Алжире. Он приезжал туда каждую зиму в течение нескольких лет, до 1893 года. До 1908 года он зимовал в Венеции. А в последние годы жизни был вольнонаемным художником в Париже. Восточные работы Бомпара изображали сцены из повседневной жизни. Он также создал многочисленные виды Венеции во время своего пребывания там. Его работу можно увидеть в музее Дениса Пюэша, музее Орсе и музее изящных искусств Марсель. В местах общего пользования гранд-отеля Бросси в Родезе гостиная и столовая украшены его декоративными фресками. Бомпар умер в Париже в 1936 году. Вот так вкратце о художнике-востоковеде, основателе общества французских востоковедов Жан-Морис Бомпар. Данные из Википедии. Пока-пока, до свидания.